Нацбанк приостановил лицензии на прием депозитов Дельта-банка до 1 ноября. Это касается только новых депозитов и открытия новых банковских счетов физических и юридических лиц. Такое вот решение было принято из-за нарушения требований банковского законодательства. При этом отмечается, что на обслуживание действующих депозитов и клиентов Дельта-банка запрет не распространяется. Кроме того, Нацбанк провел мониторинг и анализ за второй квартал нарушений, наиболее часто допускаемых банками второго уровня в отношении потребителей финансовых услуг. В результате меры воздействия, в том числе предписания и предупреждения, были применены в отношении 12 банков и одной организации, осуществляющей банковские операции.